Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору SEO, где я выбираю самые интересные и успешные, на мой взгляд, проекты. И одним из таких проектов является Asclepius Network, о котором я вам сегодня расскажу. Итак, Asclepius Network будет заниматься предоставлением самой современной медицинской помощи для людей во всем мире. Вот здесь есть ссылочка на white paper, обязательно рекомендую с ним познакомиться тем, кто хочет заинвестировать, так как там есть вся необходимая информация по данному проекту. Также здесь можно посмотреть последние новости по нему. Итак, миссия проекта состоит в том, чтобы объединить знания и опыт медицинской помощи в мире и сделать самую современную медицинскую помощь доступной для всех. Во всем мире исследователи продолжают совершенствовать медицинское обслуживание, разрабатывая новые методы лечения и лекарственные средства с различными технологическими инновациями. К сожалению, не все могут извлечь выгоду из такой современной медицинской помощи. Задача проекта состоит в том, чтобы найти способы сделать самое современное медицинское обслуживание доступным для всех в мире. На этом фоне они будут изучать способы предоставления врачам самой современной информации о медицинской помощи и рецептах. Кроме того, будет представляться тщательно отобранная информация о здравоохранении и медицинской помощи всем, кто занимается оздоровлением. Будет создана виртуальная лаборатория AscaLab в сети Asclepius, которая будет глобальной медицинской информационной сетью. AscaLab предложит виртуальную исследовательскую среду, в которой могут участвовать ведущие медицинские исследователи по всему миру, используя интегрированные передовые медицинские знания и опыт, а также медицинские записи со всего мира. Одной из систем, которая будет разработана на основе использования интегрированных данных, является диагностическая система с искусственным интеллектом, начиная с диагностической визуализации с помощью искусственного интеллекта. Выполнение медицинской информации будет тщательно отбираться продукты с солидной репутацией на основе экспертных знаний и сертифицироваться с подлинным эффектом и высоконадежной информацией. Все это, конечно же, будет работать на блокчейне. Также будет запущена электронная система медицинской документации ASCA-EMR. Вот все функции данной платформы. Это диагностическая информация с помощью искусственного интеллекта, перейдя на несколько языков, встроенный кошелек, телемедицина, исследование новейшей фармацевтической информации в режиме реального времени и также система бронирования и функция страхового возмещения. Второе приложение – это Aska Personal. Революционное приложение для здравоохранения Aska Personal будет разработано для поддержки здоровья пользователей во многих аспектах. Aska Personal будет легко связывать с индивидуальной медицинской информацией и клинические записи и предлагать рекомендации по здоровью, которые наилучшим образом соответствуют состоянию здоровья пациентов, в то же время служа для накопления интеграции медицинских знаний и медицинских карт. Токены у них будут называться Aska, будут использоваться во всех приложениях в экосистеме. Аска, приобретенная в рамках бесплатной продажи, будет заблокирована. 10% приобретенного Аска будет распределяться в конце каждого месяца в течение 10-месячного периода, начиная с месяца, когда Аска запустит первый обмен. Чтобы повысить ценность Аска, компания, управляющая проектом Japan Medical Solutions, может купить Аска на вторичном рынке с частью прибыли в соответствии с продажами. По мере роста числа пользователей проектов Аска EMR и Asclepius Network продажи от операции будут увеличиваться, то есть рост проекта улучшит премию по Aska. Также здесь можем посмотреть дорожную карту проекта с 2012 по 2020 год со всеми их планами. Информацию по компании, где она находится, телефоны и, конечно же, команда проекта. Про каждого из них можно почитать, кто где работал, чем занимался, сколько опыт в данной сфере. Ну и также подписываться на последние новости проекта в социальных сетях. Перед вами ссылочки все. У меня по данному проекту все. Еще раз хочется напомнить, что мой канал носит чисто информативный характер. И куда вкладывать свои деньги, выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.